Бонжорно всем, господа! Друзья, я сегодня решила себе сделать подарок и отправляюсь на фотосессию с нашей прекрасной Еленой Винокуровой. Хотите узнать, как это все будет происходить? Следите за моим сторис. Место для локации для своей фотосессии я выбрала в центре Турина на площади Кастелло. И уже отправляюсь во дворец Палаццо Мадама. Дворец Мадама в прошлом являлся римскими воротами. А в Средневековье он превратился в крепость в рыцарь Хакая. Сегодня здесь находится великолепный музей декоративного искусства. Наверное, вам уже не терпится увидеть результат нашей работы. Контакты нашего замечательного фотографа вы увидите сразу под этим роликом. А я жду вас в Турине, господа, на своих экскурсиях. До новых встреч!